Стой! Стой! И вот съел призрак. Стой! А где Мамочка! Подожди, это же тот, который... Он говорит, где мое туловище? Я не знаю. Розовый! Стойте, здесь розовый. Он исчез! Это у этого фиолетового глюк или розовый призрак? Не знаю. Подождите. Никому. Труп исчез. Стойте, а где белый? А реально? Нету тела. Но, подождите, но белый же был в туалете. Да, он там был. А, куда же он исчез? И свет потух. Подожди. Офигеть. Друзья, никогда не играйте 12 часов ночи в Among Us. Кто успеет за 3 секунды поставить лайк и подписаться, у того сегодня будет все хорошо. 3, 2, 1. Мур, люблю тебя. Никогда не играет 12 часов ночи в Among Us. Говорят, что появился призрак. А ладно. Да, сейчас мы увидим эту самую страшную историю в Among Us. Мне уже страшно, Марина. Так, Балди, сосредоточься, не переживай. Ой, туалет, мой любимый. Ребята, да, черный предатель. Так, белого. Черный предатель, он хочет, наверное, поймать белого. Да. Он его убил. Но, по-моему, его сейчас запалит. Да. Запалит фиолетовый. Фиолетовый так хотел. Черный уже убежал, Марина, ты видела? Да, но фиолетовый увидел его. И он хочет проверить все кабинки. А где же призрак? Ну сейчас посмотрим, Балди, давай досмотрим эту серию до конца. Стоп! Розовый! Стойте, здесь розовый. Он исчез! Это у этого фиолетового глюка или розовый призрак? Не знаю. Подождите. Никому. Труп исчез. Стойте, а где белый? Нету тела. Но, подождите, но белый же был в туалете. Он там был. Куда же он исчез? И свет потух. Подожди. Офигеть. Друзья, никогда не играйте 12 часов ночи в Among Us. А то вам будет история, где моя голова. История называется «Где моя голова». И сейчас какая мы с вами посмотрим предысторию этой. С чего начиналось? Короче, вот. Фиолетовый с папой. В туалет. Папе приспичило в туалет. Балди, ну это точно ты, смотри. Конечно. Я всегда хочу в туалет, да. Даже когда не хочу. Тебе приспичивает постоянно. Ну, короче, это обычное только дело. Только не в ту кабинку, он где произошло убийство. Но он еще не знает. Подожди, да, Балди. Они просто играют, да? Он пошел в туалет, а малой, наверное, его ищет. Не, он просто выходит. Малой его не ищет, малого вообще нет. Стой! Его съел призрак. Стой! А где сын? Мамочки! Подожди, это же тот, который... Он говорит, где мое туловище? Я не знаю. А, походу, он его поймал. Он ищет туловище, которое исчезло из последней кабинки. Да, но голубой... И когда его убил черный... Голубой замечает это. Он уже увидел. Так, вот короче, это да. Жесть, оранжевый... ребята, жесть. Оранжевый не в курсе. А, подождите, черный это обычный предатель. Да, черный предатель. Он ловит оранжевого. Это голова. Ребята. Где мое тело? Ты меня убил. Подожди, он говорит, где мое тело? Он говорит, да подожди, что твое белое? Он бери оранжевое, чем оно тебе не нравится? А, подходит, смотри, такое же. Решил померить. Ну что, круто, Лянька. Лянь, как ты выглядишь, прикольно. Зря он смеется. А черный... Ага, точно зря. Походу, черный смеяться не надо было. Фиолетовый, о, малой замечает. Увидел. А белый уходит в люк. Получается, импостера больше нету? Походу, импостера нет, но нам хватает призрака, ну, который... Ну, малыш это все видел и бежит к папке в туалет. Он такой тебя, папа, хватит сидеть в туалете, там такое случилось. Он пришел. Да, папа, но... Он будет проверять сейчас все кабины. Папы нету тоже, ни в одной из кабин. Малой понимает, что что-то не так на корабле. Это да. Стойте! Вы что? Видите? Вы да, вижу, там дырка. Я что-то вижу. Да, за туалетом какая-то дырка. Вместо бачка там отверстие, треснутая стена. Малой это замечает и решает проверить. Надо пробить молотком. Да, но где взять молоток? Балди, у тебя нет молотка случайно? Есть, конечно. У меня всегда с собой 3 молотка на выбор. В трусах. Да, в трусах. Конечно. Так, ладно, малой нашел, по-моему, уже у нас. Да. Что случилось? А я не знаю. Он просто прыгает. Он жив. Хорошо. Уже хорошо. Жестяк, лайк, подписка. Друзья, срочно подписывайтесь и нажимайте лайк. Ребята! Быстрее. 3, 2, 1. Нажали? Кто успел нажать? Там была вторая половина тела. Вы точно успели нажать? Вот кто не успел нажать, это плохо. Я ж перепугу нажал 50 раз. Он говорит, чувак, дай мне мое белое тельце, тельцем. Он же видел, говорит, пойдем со мной, не, я он тебе говорит, покажу. Он его несет, ему говорит, слушай, Амангазик, на свое тело. Короче, на, забирай. И прекрати убивать давай всех уже на корабле. На тебе.
Подходит тебе это тело? Все, ладно. Круто, не подружились. Я доволен, спасибо за то, что нашел меня. Пока. А он такой, стопэ. Стоп. А он убийца, он тут всех уже убил. Он убил, значит, он предатель. Ага, он, короче, тут пока эти бананчики с яблочками. Вы что тут делаете? Белый, остерегаться белого, потому что белый предатель. Он нас сейчас сожрет, а мангазики? Где мой папа? А он же не может убить всех сразу, только по одному. Слушай, ну он прямо ему рассказывает. Чувак, я твоего папика, это... Ничего себе, малой мой. Слушай, малой, лайк малому, ребята, просто красавчик. Стойте. Опять? Как опять? Опять появился призрак, но это только призрак. Только это папы. Он говорит, где моя... моя голова? Где моя голова? Он ищет свою голову. Ага. Слушай, наверное... походу получается, они все, кто умирал, уже стали призраками. Ребята, это корабль призраков. Малой, у меня башки нет. Малой, найди мне мою голову, срочно. Папа, папа, что же делать? Типа. А это что? Сон. Стойте, сон. Да ладно. Ему приснилось, папа. А вон его папа, и вон оранжевый, вернулся все живы. Вернулся с туалета. Ой, папа, нет, я папа. Тут пока придремал, такое. Мне же опять в туалет захотелось вместо тебя. Я побежал, пожалуй, тоже схожу. А ну давай проверим, здесь трупа случайно нет, потому что ты попадал в сон на не, малой, это все приснилось, ты чего? Фото, друзья. Давайте честно, кому тоже снились иногда страшилки? Пишите, кстати, кому снились страшилки, что вам снилось во сне. Видели? Вау. Там был белый. Друзья, что? Цепь. Подождите, это что, начало этой серии? Или это другая? Давайте посмотрим. Давай. Это еще одна страшная история про Эмангаст. Вау, белый. У нас сегодня прям вечер страшилок. Белый спит. Белый там, по-моему, на посту. Он должен смотреть, а не спать. Он вообще так и в корабль врезался. Птичка. А в него кто-то ударил. Он говорит так. Птичка, стоп. По-моему. А кто это был? Птичка. Тебя, что? Так, ладно. Он такой, не понял. Рулем. Не, куда летим? Что происходит? А где этот птичка? У него корабль потерял управление. Он забрался в сну. Вау, это ты. Он спит везде. Он очень странный. А желтенький решил перекусить. Он решил яичинку. Варит кушать себе яишенку, котлетки. О, яишенка милаха. Смотрите. Что? На голову. На голову. Он себе пожарил шапочку. Блин, круто, ребята, я тоже хочу себе такую шапочку. Стойте. Это Эмангаст тень. Это призрак? Он, получается, вернулся? Только уже в виде призрака. Он просто... продолжи, это белый или это фиолетовый, который ищет голову? Давай посмотрим. Они такие, тебе что? Подождите, коричневый замечает. Он думает, не понял. Не понял, коричневый его не должен был видеть, ребята. Стойте, черный предатель. Он еще и предатель. Да. Он так быстро все сделал! Коричневый, это не вовремя! Дидради, Бурляков. Эй, люди, я видела такого черного. Так он сейчас такого. Подумают на черного, он же показывает про черного. Ну да, но он говорит, что это тень была, что это не черный. Ребята, люди. На корабле завелась тень. Пойдем, я вам покажу. Что вы за непонимательные такие? Пойдемте. Вы не понимаете, что тень на это. Эмангазики глупенькие. Да. Вы что, не... А что красный? Красный предатель! Тоже предатель! Получается, это второй или короче, это тот же? Корабль предателей, я не знаю, давайте смотреть. Они пришли на камерах его. А, он решил как-то просмотреть вот камеры. Вот. Вон она! Вон он, вон он! Ты видел? Камера его замечает, я видел, Малина! Я тоже видела, но он решил... Он посмотрел. Стойте! Так, стоп. Он видит, что кто-то идет по коридору, и он решил спрятаться и проследить. Так он же сейчас погибнет. Он тень видит. Тень. Стойте, а что тень делает? А под картиной кот? Да вы что? Секретная комната? Да ладно, серьезно? Ребята, это проход в другой мир или в другую комнату? Это что-то явно секретное. Но дверь не закрылась, и он решает... Не надо, не надо. Иди, пожалуйста, не надо. Он замечает черного. С двумя сканерами. А его не смущает, что на столе там? Ты он там... снял голову, протер, надел. Нашел, когда протирать. Что это? Что? Это ультрафиолетовое излучение. Опа, опа, я не знаю. Там надо обязательно лайк и суету подписаться. Да. Срочно, срочно подписывайся, нажимай лайк. Вау, что это? Тень поменял цвет и сделал двух зеленых. Так подожди, он клонирует. Причем, Лянь, он просто всех расклонировал зелененьких. Он клонирует предателей. А ты уверен, предателем? А кого? Не знаю. Зомбаков? А, не похоже на зомби. Просто...
Они какие-то эти. Они обвинялись, в общем. Они сказали, что оба импостера, но здесь... Нет, он сказал, что он импостер, и просто взял на себя значок импостера и прыгнул в Люка. Это такой, а что мне делать? И красный перестал быть импостером. Да, ему Люк не работает. А зеленые, я не пойму, они мирные или нет? Они вообще хорошие? Они очень подозрительные. Балди, ты тоже очень подозрительный. Ты уже самый подозрительный. Это не Балди, кстати, зелененький был, а? Признавайся, Балди, это ты тут бегаешь. Нет, это не я, Малина, нет. Так, зеленые со всех сторон. Они-то военные, Малина, смотри, они с автоматами. Да это предатели. Опа. А это... И с Мантусом пришел. А что они делают? Я не пойму. Они... А, они бы сейчас зеленым, мне кажется, сделают. Ребята, старт. А... Он их всех бабахнул. Это был какой-то... Это читер. Что это он упал? Взрыв магнитного поля. Так, слушайте, я не удивлюсь, если ему это тоже приснилось. Это, походу, Малина тоже сон. Ля-ля-ля-ля-ля. У нас сегодня прям дни снов. Красный же был предателем. А теперь коричневый. А его запалили на камеру. А что теперь? Зеленые придут. Понятия не имею. Желтый, спасай. Тут, видишь, одни предатели. Выгнали. И все. Ну, я, честно говоря, думала, будет в конце другая концовочка. Ну, солнышко, не забывайте подписываться на наш каналчик. Вот такие офигенные истории. Также про нас здесь, у меня уже язык путается, за наш дискордик не забывайте, подписывайтесь туда. Мы вместе с вами будем играть в Among Us и Roblox там. И не забывайте про наш каналчик Лешка Геймсплей Макс. Вы у нас самые лучшие. Мы очень любим.